Мистер Грей импонирует мне ни греховностью, ни пороком, ни душой, горящей в огне, а подаренным миру уроком. Принц прекрасный был сердцем чист, жить хотел, дыша полной грудью, превратился в исписанный лист. Жажду принца запомнят люди. Дориан изначально понятен, чувством грезы по юности лет был наивен, все очень приятен. Нарциссизм ударил портрет. Если б он не покинул Сибиллу, эгоист себе поборов, проявляя белые силы, он сознанием остался бы здоров. Всякий хочет насыщенно, ярко жить, долго цепляясь в отчаянии, поступки, словно искры сварки, полыхает, ослепляя сиянием. Посему не сужу строго ада злобную черноту, во вселенских бескрайних чертогах вижу разную красоту. Затихаю. Вы слышите, други, со страниц через время привет. Нам из рамы, как из лачуги, о себе что-то шепчет портрет. Спасибо.